Теперь мы уходили передней ногой, сейчас уйдем задней ногой. Я ухожу с линии, а потом иду вперед, вытягиваю. Я ставлю, показываю за его спину. И теперь шагаю. Какой способ у Кеми он вспомнил? А? Так? Очень. Поэтому вы на эти детали для себя обращайте внимание. Еще раз смотрите, вот эта дистанция. Я ухожу с линии. Потом вы правильно сделаете шагом вперед и обязательно поднимаете. Если руку опустите, тогда вы не сможете развернуться, рука будет мешать. Вам нужно сделать так, чтобы у него рука начала сгибаться, потом двигайтесь в него. Пожалуйста, делаю все очень медленно, поэтому запоминайте сами перемещения.